этого не ждали, но оно случилось. Топ-3 суперхреновых компов в Грузии! Камарджи губрибо! Первые две сборки от Altana i5-12400F и сильной видеокартой. В одной сборке установлена материнка на Z-чипсете, но с 1 терабайтом SSD за 2600 лари. Это где-то 93 тысячи рублей. В другой поставили B-чипсет и 2 терабайта SSD за 3000 лари. Не понял? Видеокарта просто блеск! GTX 1660 Ti за 105 тысяч рублей! Я что-то дважды не понял! В третьей топовейшей сборке стоит Ryzen 9 7900X, 16 гигов DDR5 памяти и видеокарта RX 6900 XT за 10 тысяч лари! Просто за что тут платить 360 кусков рублей? Объясните, пожалуйста! Окей, ну как вам такое? i5-10400, 8 апры и встроенная видюха за 60 тысяч рублей. Ну вроде бы окей, но... Поставим сюда i5-11400, RTX 3060, накинем оперативки до 16 гигов и получим 5 тысяч лари или 180 тысяч рублей! Сергей, а мисс как это баха шебетилья? Сидопит! Так, все, хватит. Больше никаких хреновых компов с маркетплейсов. Пожалуйста, надоело. Давай с Азербайджаном. А давай то же самое с Казахстаном, а? О, давай. Нас как раз оттуда много зрителей смотрят. Казахстан, ну ты наш average компьютер. Сергей Жазылов. Первая сборка сайта Альфа за 387 тысяч тенге. i7 10-го поколения, 16 гигов оперативки, клавиатура, мышь, кайф. А видеокарта Radeon R7 430. Это что за огрызок рядом с i7, а? Вторая сборка сайта зато за 250 тысяч тенге. И тут шикарно все. i5-520F. 6 гигов оперативки SDRAM. А сейчас видеокарта. Сука, я ору. GeForce Josin 400GS. А еще кому это толкает за такие бабки? Но третья сборка это просто отвал. За 523 300 тенге. i9-13900F. SSD 256 гигов. 8 гигабайт апры. Но видеокарта. GT710 за 110 тысяч рублей. Слушайте, казахи, вы, конечно, понтуйтесь конкретно, базар жёлт. На что мы вам можем сказать? Алло. Интересно, а в Беларуси продают такой подобный трэш? Давайте это выясним. Топ-3 суперхреновых компьютера у Беларуси. А покуль подпишись. Первая сборка Jet Gamer сама по себе слабая. Ryzen 5 2600, GTX 1660 и 16 гигов оперативки. Но извините, цена у нее 2872 белорусских рубля. Что, простите? За эту цену можно собрать i5-12400 и RTX 3060. Будет мощнее и современнее. Вторая сборка Multigame. Да ты шо? i9-13900KF, 16 гигов оперативки и RTX 3050. Кому придет в голову купить это за 7224 белорусских рубля. В эту сумму отлично укладывается i7-12700K и RTX 4070 Ti с 32 гигами оперативки. Но нет, в третьей сборке все наоборот. За 9403 рубля они ставят RTX 4090, 16 гигов оперативки и, внимание, i5-11400. Это за 275 тысяч рублей. Остановитесь. Я реально посидею раньше, чем люди перестанут покупать вот это. Трендос просто. Сейчас будет горячо. Инты, стилача, ахинды, Азербайджан, да, топ. И чох писк компьютер горячак СВС. Лика бинолу. Первая сборочка достаточно мощная. 12900K, на которой повесили водянку от DeepCube. 64 гига при RTX 3080 Ti. И все это за 7000 мана. Блин, ну это реально дорого. Понятно, куда все бабки ушли. Это стало понятно, когда мы увидели такую же комнату на RTX 3060. И уже с другим блоком питания. Сомнительно, но окей. Сборка номер 2. Все стандартно. 12400F, 16 гуфа при RTX 3050. Мы снова охерели от цены. 2700 мана. Честно, мы не в курсе ценообразования в Азербайджане, но это неадекватный ценник. И вот он, наш крайний герой. За 2160 манат нам предлагают i7-10700, 32 гига при и RTX 3050. Все бы хорошо, но тут материнка на H-чипсете. i7 на H-чипсете. Open your iMac. 4 месяца вы нас просили об этом. Узбекистан таки NKMON и чита компьютер. Они пайтавы бы на были. Первая сборка называется Gamer Perfect Plus. i5-12600K, 16 гигов оперативки, SSD-шкой хард комплекте. Видеокарта RTX 3050. Специфическое решение за 15 100 000 сум. Ну либо такой же брендовый ПК от Asus, но с GTX 1660 Super за 18 000 000 сум. Сколько? 18+, зрелище не детское. Следующая сборка называется Hyper. i5-11400F. Господи, бедняги. 16 гигов оперативы, видеокарта карта RTX 3060. Алло, это было актуально 2 года назад. Особенно шокирует его цена. Более 20 000 000 сум. Нахрена так дохрена? Но третий комп просто шедевр. Asus ROG Strix. i7-11700. 32 гига при. RTX 3060 Ti. SSD на терабайт. А цену угадайте? 25 миллионов? 30 миллионов? 50 миллионов? Не! Ноль. И сейчас в рублях это вот столько. После такого, конечно, я бы выпил. Лекарственные травы из Узбекистана от нервы.
Top 3 super awful PC from USA. But first, subscribe to the channel. First build is called Honus Mini Gaming Computer PC Dex. I fucking so much more to the title! Ryzen 5 3600, GTX 1650, 8GB RAM, and 500GB SSD. And what about the price? $990! It's so expensive! Second lot is pre-built computer by Dell. For $2,123, they offer us a 912 and 900K, RX 6700 XT, and 64GB RAM. But what's wrong with that? Have you ever seen this case? The components might suffocate. Even the holes here won't save the situation much. Aren't you tired of this typical Russian English pronunciation? So, let's move on to the sweetest busy build. Gaming Prism 2. It costs $400,000. It costs $2,500. i930 and 900K, RTX 40 and 70 Ti, 32GB RAM DDR5. Honestly, it's very beautiful. But what the hell is with IO? It looks like Deep Cooler S720 that can't cool this Razer hot CPU. This is really hell. Ски язык поломаешь в трех местах, пока выгоришь все это. Ну, наконец-то, дождались! Да иди ж он годы сам доусал уйти. Ой, нахуй. Топ-3 суперхреновых компов из Китая. Сейчас будет мясо. Первая же сборка сразу на Зионе. А, нет, Yixon E5. Вы понимаете, да? Толком ничего не написано, но зато хоть цена не кусается. Следующий комп стоит почти 4000 юаней. Intel Core i7, 1660 Super, 32 гига оперативки. А какой тут процессор? Какой тут процессор? А кто-то еще за 3200 юаней предлагает продавать топовую связку i9 и RTX 3090. Во-первых, это не стоит своих денег, а во-вторых, это товар вообще не из Китая, судя по всему. И знаете что? Это все, что нам удалось найти. Че так мало, спросите вы? Это я вас хочу спросить. Почему при запросе Gaming PC на Alibaba мне выдается все, что угодно, кроме самих компьютеров? Я пол Китая на... искал, чтобы найти, блядь, что-то похожее на обычный компьютер. Но хем там плавал, коллеги! Походу, китайцы спикнули, что от обычных ПК никакого толку нет. Они стали делать мини-ПК, планшеты, какие-то панели и так далее. Вы не понимаете, это другое! У нас порой складывается ощущение, что это мы тут херней страдаем, а Китай вообще перейти планеты всей. Что вы думаете на этот счет? Пишите в комментариях, я пойду пока, блядь, успокоюсь.